Есть такая музыкальная форма, называется дивертисмент. Она подразумевает абсолютно свободную композиторскую технику, абсолютно свободную форму изложения. Самое главное – это чтобы не было скучно. Мы ищем репертуар, мы пытаемся его подать так, чтобы это было интересно. Когда люди играют без дирижера, на них ложится гораздо больше ответственности. Это первое. И второе, значительно больше это напоминает камерное музицирование, которое, в отличие от масштабных симфонических проектов, оно больше все-таки о личном, о очень сокровенном и дорогом. Вот когда человек ответственно говорит о сокровенном, вот тогда получается интересно. Для нас не существует различных уровней сцены, менее ответственных, более ответственных. Мы всегда наши программы репетируем достаточно тщательно и стараемся выглядеть на сцене полностью подготовленными, насколько это возможно. И, возможно, поэтому наши залы и полны. Благодаря организации, которой мы принадлежим, Петербург-концерту, это мультиформатная организация, у нас есть возможность практически не ограничивать себя каким-то определенным репертуаром, а мы можем работать и в академических жанрах, и почти в эстрадных, ведь в каждом жанре есть своя замечательная музыка.